товарищи, внимание! А сейчас перед вами выступят столичные артисты. Здравствуйте. Пока я не махну рукой, занавес не поднимать. Не расхватит, но распоряжался, пока я не могу. Я понял. Все, тихо. Товарищ, у меня есть одно предложение. По-моему, выход у нас только один. По-моему, четыре месяца один выход попасть в тюрьму, как самозванец. Ну, виноват. Ну и к черту тогда. Я думал, он руку поднял. Эх, салага. Я сам, я выстрелю. Все будет в порядке. Сигнал будет там мой махнутый. Ну, брат, дело принимает серьезный оборот. Вы слушайте меня, я вот что предлагаю. Во-первых, извиниться, это раз. Во-вторых, скажем, я вот выйду и расскажу о перспективах животноводства в свете решения последнего пленума. Очень так? Хорошо. Ты о хирургии. Вот, а я об архитектуре новых городов. Вот, полагаю, будет очень интересно. Чрезвычайно. Люди пришли на концерт, а попали в лекторий. Ну. Я думаю, что после этого нас вынесут на руках до ближайшего колодца. И он еще критикует, я его убью. У меня трон, я клянусь. Я не понимаю, что здесь смешного, товарищ. И вообще мы хотим понять, что вы, ну, ждете от нас. Песня! Каких песен? Лодочку! Что? Лодочку! Ну, для вас же хуже, товарищ. Мы вам расскажем, как мы засели, как мы однажды сели на мели, плыли, плыли, вдруг остановка, скажем прямо, очень неловко. Хуже на свете нет положения, чем человеку сесть без движения. Ох ты, скучно и сыро, ох ты, ждать нам буксира. С этого места, как говорится, вверх не подняться, вниз не спуститься. Ох ты, нету набраться. Ох ты, смели податься. Чайки над нами весело вьются, рыбы над нами громко смеются. А-а-а-а, плещется речка. А-а-а-а, ну и местечко. Плыть вам по свету, не забывайте песенку эту. В каждом деле, двигаясь в цели, надо всюду видеть все мели. В каждом деле, двигаясь в цели, надо всюду видеть все мели. Иван Ожогин, Владислав Косарев, Николай Романов, хоровая капелла имени Юрлова и Государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки.